Стой, 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 остановись. Прежде чем ты уйдешь, думаю, тебе будет интересно узнать судьбу моего сериала «Лиса в клетке». Итак, я рада, что вы остались здесь. Сейчас я хочу рассказать вам продолжение и когда оно выйдет. Скажу понятным языком, чтобы ни у кого не было потом вопросов. Я не знаю даже примерную дату выхода последней серии. Потому что одно дело обещать, а другое дело все в точное время, когда у тебя появляются дела и твой график постоянно меняется. Единственное, что могу сказать, так это то, что финальная серия опубликуется на этом канале на все 100%. Просто подождите. Но если вам прям действительно жутко интересно, или вы хотите убедиться в том, что да, сериал действительно редактируется, вы можете перейти в мой телеграм-канал. Там я выкладываю много спойлеров к четвертой серии. Также помимо этого, у меня там есть классные админы, которые будут радовать вас переводами манг по Ацухине, артами, видиками и прочими интересными штучками. А, ну и просьба не разводить там разговоры о своей личной жизни, а то полетите в бан в мгновение ока. Буду всех ждать. Спасибо за внимание и всем удачного дня. Ацухина, здесь канон. Мой канал смеялись дебилки против, пошел вон. Уважение, кайф, пойми, что здесь ты обречен. Мне твое, мне нахер толком не сдалось. Иди ко против, с Кагихина не дружу. Ацухину только так люблю и вывожу. Так что ступит ты по своей комы забери. Ты еще не понял, так возьми-ка и пойми. И нахер отсюда уходи.